Здравия, добрые молодцы, красный девиц, Азъесим Иван-Царевич. Сегодня хочу показать вам чудесную книгу «Мудрость древних предков». Сейчас многие люди находятся в поисках древних славянских ведов. И думают, где же эти веды? И вот нашелся маленький кусочек древних вед. Эту книгу выпустила мое любимое издательство «Родович». И здесь приводится слово мудрости волхва или мудра. Очень много важных, красивых вед. Эта книга сделана как шедевр, то есть в ней написано мудрое изречение, изречение волхва или мудра, и рядом стоит красивая картина. И на каждую страницу, видите, красивая картина, вот видите, узнаете? Красивая картина наших современных славянских художников и мудрое изречение волхва. Здесь собраны лучшие картины, которые написаны в последние 10 лет наших лучших славянских художников. И мудрость, которая прошла сквозь тысячелетия. И сейчас я вам... Вот, видите, какие картины. Тут показаны чудесные образы и мужчины, и женщины, и семьи, и природы, и мужского братства. И даже вот есть третий скок, как добрый молодец скачет, чтобы поцеловать девицу на третий этаж. Прочитать желаю вам сейчас только одну мудрость, остальную найдете сами, которая меня вдохновляет. И она как раз картина «Весна вселенская». Видите, где вот серый волк есть волшебный, где вот космос, летают солнце, звезды, земли. И маленький лель играет на дудочке, потому что сейчас утро сварога, ожидается новая молодая эпоха волка. А мудрость такая, которой тысячи лет. Тот из детей человеческих, то в состоянии услышать все многообразие звуков окружающего мира, матери природы, сможет услышать, как бьется сердце его в едином порыве со Вселенной. А кто слушает лишь только себя и свои рассуждения, никогда не услышит великолепную небесную музыку. Сейчас большинство людей застряли в своем эгоизме, застряли в своем маленьком мирке, в этой суете-суе, со своими мелочными мыслями, желаниями, похотями, живут, страдают, мучаются. А ведь надо, чтобы выйти из этой клетки своего ума, эго, надо просто выйти в лес, в чистое поле, послышать звуки природы, пение птиц. Услышать, что же Вселенная хочет от тебя. Какие послания она тебе передает. И с этого начинается духовное развитие. Когда ты замолкаешь и внимательно слушаешь, смотришь, нюхаешь, чувствуешь окружающий мир. Слава богам! И предкам нашим. Ура!